Декабрь 2021 года забрал огромное число человеческих жизней. В том числе в декабре 2021 года этот мир покинуло немало знаменитых людей. Месяц уже практически подошел к концу, и многие надеялись, что больше печальных событий не произойдет, но судьба распорядилась иначе. Сегодня стало известно еще об одной большой потере. Из жизни ушел актер Андрей Ярославцев. В фильмографии Андрея Ярославцева более 170 работ. Больше 10 из них – это роли в кино. Этот актер сыграл главных героев в фильмах «Еще до войны» и «Впереди океан». Кроме того, его можно увидеть в лентах «Непрофессионалы», «Счастливая Женька», «Солнечный ветер» и в других. Основной специализацией Андрея Ярославцева был дубляж. Его голос можно услышать более чем в 150 проектах. К их числу прежде всего нужно отнести фильмы «Книга Элая», «Спиди Гонщик», «Трансформеры», «Миссия Сиренити», «Троя», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Двойной форсаж», «Царь Скорпионов», «Властелин колец. Две крепости», «Такси 2», «Американский пирог», «Крепкий орешек», «Рокки» и многие другие по сей день пересматриваемые в нашей стране ленты. Андрея Ярославцева не стало 26 декабря 2021 года. Ему было 64 года. Согласно данным из открытых источников, причиной его смерти стал коронавирус. Светлая память актеру кино, театра и дубляжа Андрею Ярославцеву.